твоя вода высохнет. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня мы с вами будем вызывать игрушку проклятую одну с потустороннего мира. А название этой игрушки — «Мама, длинные ноги». А перед началом не забудь подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, а также напиши комментарий, ведь самые топовые комментарии обязательно попадают в мое видео, как это. Друзья, будем идти по такому пути. Сейчас перед вами вы видите доска для вызова духов. Да, проклятая доска Уиджи. Сейчас я попробую призвать проклятую игрушку прямо сейчас в реальной жизни сюда. Вместе со мной по ту сторону экрана повторяйте. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Мама, длинные ноги, приди. Мама, длинные ноги, приди. Мама, длинные ноги, приди. Мама, длинные ноги, ты здесь? Планшетка двигается. Yes, да. Итак, друзья, мама, длинные ноги здесь. Давайте спросим у нее. Ты сбежала прямо из игры или твое место обитания где-то в другом месте? Что-то пишет. L. E. S. Лес. Место обитания — мама, длинные ноги, лес. Обалдеть, ребята, вы это знали? Я не знала. В общем, друзья, я сейчас попробую на секунду уйти. И я надеюсь, что мама, длинные ноги, появится здесь. Итак, ребята, получилось все ровно так, как я и запланировала. Мама, длинные ноги, пришла к нам из потустороннего мира. В этом нам помогла доска для вызова духов. И сейчас мы будем оживлять маму, длинные ноги. Я не знаю, знаете ли вы, как в игре Poppy Playtime, там, по-моему, она как-то то ли свисает, то ли где-то обитает. В общем, я подробностей не знаю. Если вы знаете, то напишите в комментариях, чтобы все ребята узнали, как вообще это все происходит. Значит, что мы будем делать с ней? Сейчас мы попробуем ее оживить. А после разрезать. Да, ребята, сегодня самое интересное все вас ждет впереди. Итак, для обряда оживления, конечно же, мне потребуются некоторые артефакты для того, чтобы ее оживить. Но вообще, это уже кукла Вуду, в ней уже внутри есть мистические предметы, которые мы с вами позже достанем, когда ее разрежем. А сейчас просто нужно провести обряд. Для этого мне нужно будет специальная вещица. Вот, ребята, это ключ, который соединяет мир между небом и землей. Если его повернуть в одну сторону, то открывается ад, откуда и, собственно говоря, эта проклятая игрушка взялась. В другую сторону поворачиваешь, попадаешь в рай. Но когда у тебя просто в руках этот ключ, ты находишься посередине, в балансе. Сейчас мы попробуем открыть ворота в ад и впустить проклятую душу в эту игрушку. Самое интересное то, что я не знаю, кто вселится в нашу маму, длинные ноги, и не знаю, что за существо оно принимает постоянно разный облик. То есть оно может быть как и добрым, так и злым. Вообще непонятно, что нас ждет. Мне нужно настроиться, мне нужна минутка. Пока я советую вам написать комментарий, пока я провожу обряд. Во
ворота неба и земли, откройте мне пути. Я чувствую вас где-то очень близко. Мне нужно, чтобы вы пришли. Твое тепло станет холодным. Твоя вода высохнет. Все уйдет, и дверь предстанет предо мной. Откроются ворота в ад. Берем ключ и открываем дверь. Черт! Куда делась мама длинные ноги? Ребят, куда делась эта проклятая игрушка? Ладно, походу мы впустили нечто, и оно вселилось в эту игрушку. Сейчас нам нужно ее найти, закрыть дверь. Возможно, у нас получится как-то за ней проследить или поговорить. Сейчас мы посмотрим, где она может быть так, чтобы она ничего не сделала мне, понимаете? Поэтому будем сейчас аккуратно смотреть, где она находится и что с ней происходит. Попробуем ее найти. Мама, длинные ноги. Где ты? Где ты? Черт. Мама, длинные ноги, ответь, где же ты? Черт. Ее так сложно поймать, ведь у нее длинные ноги. Мама, длинные ноги, ответь же мне. Я здесь, я здесь. Где же ты? Я что-то слышу. Черт! Она издевается надо мной. О, Господи, из камеры что-то происходит. Где же ты? Мама, длинные ноги, ответь. Где ты? Что тебе нужно? Скажи, какой демон вселился в тебя? Черт! Мама, длинные ноги. Что произошло? Она легла без памятства. Эй! Ты жива? Эй! Эй! Что произошло? Теперь я говорю с тобой. Ты же вызывала меня. Хотела поговорить со мной. Ты. Мои слуги. Я пришла в этот мир. И помогла мне в этом эта проклятая игрушка. Не дайте ей уничтожить меня. Не дайте ей избавиться от меня. Я хочу быть здесь. Черт! Черт, она завладела мной! Нужно срочно закрывать дверь. Портал неба и земли между изгородью уйди. Портал неба и земли между изгородью уйди. Вода, стань водой, свет, стань светом. Вода, стань водой, свет, стань светом. Я закрываю эту дверь в ад. Я закрываю эту дверь в ад. Мама, длинные ноги. Все нормально.
Ребята, все нормально. Мы вовремя, вовремя остановили духа, который вселился в маму длинные ноги. Сейчас я ее разрежу и посмотрим, что же, что заставляло эту куклу жить, что заставляло ее пугать и кто в нее вселился, что помогало ей стать настоящей куклой Вуду. Так, проклятый ключ мы должны убрать обратно в ларец. Разрезаем проклятую маму длинные ноги. Ай, черт, не так-то просто это сделать. Итак, ребята, вспарывала ей живот. Достаем все, что там. Обычный пух, но я что-то чувствую. Я что-то чувствую внутри. Что это? Так, секунду. Ай! Ау! Чем-то укололась. Тоже, что же это? О боже, я не могу трогать это руками. Вот черт, что это? Ребята, посмотрите, что это? Это похоже на глаз, на какой-то... Боже, как это омерзительно! И тут, походу, еще один глаз, глаз какого-то монстра. Боже, это какой-то ужас, просто поглядите, ребята, насколько это выглядит жутко и ужасно, но эти глаза, именно эти глаза придавали этой кукле жизнь. По-моему, тут больше ничего нет. Да, она пуста. Я, ребята, просто в шоке. Вы знаете, у меня осталась одна просьба. Я прошу вас подписаться на свой канал, чтобы не пропустить новые видео, потому что теперь они будут выходить еще чаще. С вами была Королева Мистики. Всем пока!